Привет, друзья, с вами Варчик. На экранах видим 113-го, а это значит, что обзор десяточки. Тяжелый китайчик, очень старый, очень-очень давно его использовали на глобальной карте, но это было так давно, что никто даже не вспомнит. Но обычно на глобальных картах и в укрепах, да и в принципе в кланах катают самые жесткие танки. 113-го там не увидишь вообще. Но почему так? Потому что танчик балансили лет 200 назад, и у него минусов в миллион раз больше, чем плюсов. Почему его брали? Потому что он быстрый и мог быстро перемещаться по карте. В кланах это важно, чтобы танчик мог везде все успевать. Плюс у него там башня что-то отбивала, да и ДПМ неплохой. Но что из минусов-то у него? Очень длинный здоровенный корпус. Башня находится посередине танка. Не спереди, не сзади, а просто посередине корпуса. Также броня в лючках, честно говоря, вообще никакая. Плюс еще и крыша пробивается. Даже многие восьмерки имеют шанс пробить его тупо в ВЛД. Небольшой, конечно, шанс, но могут пробить просто в ВЛД. Не говоря уже про какие-нибудь десятки или ПТшки. Рамбовать на этом танке можно, но почти невозможно. У танка большие проблемы в броне борта, особенно спереди возле катка. Там он пробивается только в путь, любой выстрел тупо его туда пробивает. Восьмерки, не восьмерки, все пробивают его в катки, вокруг катков, чуть выше катков. Там зона очень большая, маленький ромбик ставишь, большой ромбик ставишь. Спереди танк пробивается в любой ромбик. Даже не попал в ромбик, а попал случайно в ВЛД, ты все равно скорее всего пробьешь. Попал в ВЛД, попал в НЛД, тем более пробьешь. Единственное, чем он может там отбить, это если вы попадете в дальнюю часть борта, если это танк рамбует. И казалось бы, башня находится посередине, и спрятать переднюю часть борта легко. Если ты хочешь стрельнуть, тебе не нужно так сильно отъезжать, поскольку башня не находится спереди. Но на самом деле танк настолько большой, что все спрятать не всегда получается и не всегда удобно. Поэтому танкует танк крайне отвратительно вообще никак. Его легче пробить, чем не пробить. А если подзарядить голду, то он, наверное, только в лобашне не пробьется. И то не факт. Лючки, крыша, ВЛД, НЛД, передние катки в ромбе, вокруг катков. Все пробивается. Брони просто нет. От башни все-таки на нем приятно играть. ДПМ неплохой. Но все это делается крайне сложно. Можно в принципе понять, почему этот танк когда-то использовался в кланах. В целом танк интересный и прикольный, но сейчас он вообще не приспособлен для рандома. Большинство танков просто лучше, чем он, поскольку у них нету такого количества минусов, как у 113-го. Даже если взять тот же самый WZ-111-5A, который вышел позже, чем 113-й, находится он также в китайской ветке, тоже тяжелый танк 10 уровня, примерно тот же самый корпус, как и у 113-го, только ВЛД щучий нос. У 113-го просто ровная ВЛД. Ну и что по башне? У WZ-111-5A башня, крыша башни не пробивается настолько хорошо, как у 113-го. Она в принципе почти не пробивается, если стрелять с обычных пушек. Лючки более бронированные у WZ-111-5A, чем у 113-го. Корпус плюс-минус такой же, катки тоже пробиваются, но ВЛД имеет интересную форму, в отличие от 113-го, где все просто и прямо. Также башня находится спереди, что дает нам более удобную возможность играть. И вот получается, что WZ-111-5A, имея немножко меньше минусов, чем у 113-го, уже намного более востребованный в рандоме, занимает более высокие рейтинги, встречается намного чаще, используется намного чаще. За 113-й забыли все. И правильно сделали, поскольку танк не заслуживает своего внимания. А это уже очередной камень в огород людей, занимающимся балансом, поскольку, как обычно, они им не занимаются. Вместо того, чтобы при выпуске WZ-111-5A 113-му тоже залатать башню, чтобы хотя бы они были по башне равны, как по мне, если делать у кого-то из этих танков башню бронирований, то у 113-го она явно должна быть бронированней, поскольку ей пользоваться тяжелее. Но разработчики думают по-другому. Чем новее танк, тем надо его лучше сделать. Вместо того, чтобы залатать дырки на старом. Вот и получается, что у нас есть в ветке исследования устаревший интересный танк, на котором хочется поиграть, но когда начинаешь, лучше не играть. Казалось бы, что минусы особо небольшие у этого танка. Чуть-чуть пушка кривая, чуть-чуть лючки не бронированные, крыша не бронированная, корпус не бронированный. Но в целом от башни можно играть, хоть и сложно ее подставить. Скорость довольно-таки неплохая, как для тяжелого танка. Но если все минусы сложить в кучу, получаются бои, когда кривизна пушки не позволяет нанести урон, броня в лючках и в крыше не позволяет танковать, ВЛД пробивается, если ВБР захочет. Если все это вместе складывается, получаются бои, в которых ты вообще ничего не сможешь сделать. Если ВБР немного улыбнется, ты сделаешь чуть больше. Играть на танке, который дает тебе результат, когда повезет, а не когда ты стараешься и на всю выкладываешься, не особо-то хочется. Особенно на фоне новых имбовых танков, на которых можно не особо-то стараться, а результат делать намного больше. Глядя на скудное пробитие ББшкой 113-го в виде 248, смотришь на апнутые СТ 9 уровня с пробитием 278 и думаешь, а когда потерялась эта грань между СТшками и тяжами? Якобы СТшки должны заезжать с флангов, там, пользоваться своей скоростью. Но на деле выходит, что 113-й это СТшка, а некоторые СТшки 9 уровня это вообще, наверное, ПТ. Только у них есть башня и скорость, как у ЛТ. А у тяжика есть броня, которая не танкует, кривая пушка и пробитие, как у СТшки. Все перепуталось и превратилось в какую-то кашу. И очень четко видно, что за этим особо-то не следят вообще. Плюс еще и карты такие, что некоторые классы техники особо-то и не способны выполнять свою роль в бою, потому что негде. Вот такие вот дела. Жаль, что разработчики не следят за интересными танками, а все больше заняты рисованием канистрочек, билетиков и еще какой-то чепухи. С вами был Варчик, играть красиво, пока. В конце видео вас ждет тест брони 113-го. Oh, no. Oh, he tried it.